Здравствуйте. С наступающим вас международным днем 8 марта поздравляем. Спасибо. Хорошего настроения, крепкого здоровья и долгих-долгих лет жизни. Большое спасибо. 5 марта 94 года отметила удивительный человек, заряжающий окружающих своим оптимизмом и позитивным отношением к жизни. Жительница нашего города, ветеран труда Анна Иванова. Конечно, поздравить виновницу торжества с таким событием пришли не только родные и близкие, а также со словами поздравления прибыл и мэр нашего города Борис Беляев. Гости подарили имениннице цветы, подарки, пожелали здоровья, поблагодарили за героизм и стойкость, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Анна Сергеевна, поздравляю вас. Крепкого здоровья и долгих-долгих лет жизни, чтобы всегда вас баловали своим вниманием ваши родственники и друзья. Живу долго уже, не знаю, сколько осталось, но дай Бог всем вам, молодым, желаю крепкого-крепкого здоровья. Здоровье будет, будете счастливы, будете самодоступны, в общем, все будет хорошо. Спасибо. Спасибо, Анна Сергеевна. Спасибо. Будем брать пример с вас. Как призналась сама Анна Сергеевна, за плечами у нее большая нелегкая жизнь. На долю их поколения выпали тяжелейшие испытания военных лет и послевоенного восстановления. Но годы не сломили, а лишь закалили ее характер. Даже свой день рождения она отмечает дважды в год. Мы же когда жили до войны, у нас паспортов не было же в деревнях. Мы жили по справкам. А когда война началась, мы по комсомольским путевкам поехали, куда нас повезли. А тут пожар случился после войны в 1946 году. И сгорели документы. А в больнице пришла 5 июня. А мне фельдшер говорит, врачей-то не было. Ну, что ж будем делать? Если написать 5 марта, ты штраф заплатишь, что не вовремя паспорт хлопочешь. Давай с 5 июня, как пришла. Я говорю, да ну давай. Но отмечаю я всегда 5 марта. Это мой законный день рождения. 5 марта 25 года. Сегодня мне 94 года. В этот день ее поздравляли с самого утра. Она никак не ожидала такого внимания и была очень довольна поздравлениями. Анна Сергеевна воспитала 3 детей, и сейчас она по-настоящему богата. Я бабушка богатая, у меня 5 внуков, 1 правнук, 8 правнучек и 1 праправнучка. Вот такая я богатая бабушка. Рената Гайсина, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».